Всем приветики. Пришли ко мне сегодня с Китая такие вот с Алиэкспресса такие два выключателя. Я их заказывал, кстати, на выигранные деньги. Выиграл в розыгрыше 150 рублей российских и заказал на них два вот таких вот выключателя. Вот я уже их заказывал раньше. Один у меня такой есть. В данный момент используется, кстати, вот он. То есть для моего ночного светильника. И заказал еще два таких. Потому что мне они понравились, я захотел еще. Как бы нужны мне. Для того, чтобы... Потому что таких вот соединений у меня много. И вот именно таких вот штук, с которыми я соединяюсь. Да и вообще можно любые провода с помощью вот этого выключателя соединять кнопкой и разъединять. То есть раз, и там лампочка загорелась. Или, например, раз музыка заиграла, раз уже не играет. Ну, в общем, вообще удобно, как бы, поэтому я заказал. Они вот пришли. Вот он как выглядит. Такой выключатель. Сейчас я проверю на работоспособность. Его такой весь немножко такой, как бы это сказать, такой шершматовый, такой шершавенький. Вот. Там, где черточка, это значит включено. То есть нажал, вот это включилось. Соединение. Есть линия. Опа, и нет линии. Вот здесь что-то пишут у нас. Так. Так, что там пишет? 2 ампера может проходить. 250 вольт и 2 ампера. Ну, то есть нормально. Так. Вроде бы больше у меня и не используется нигде. Вот 120. 2 ампера. 2 ампера и 250. 2 ампера и 250 вольт переменных. И 2 ампера и 120 вольт АЦ тоже переменных, что? Я думал, постоянных. В общем, что-то как-то непонятно. Вот. И второй точно такой же. Я не посмотрел, у них коды одинаковые, хотя, в принципе, какая мне разница, да? Так, это точно такой же. Да, тут даже что-то написано. Что-то на проводе написано. А здесь пишет 300 вольт, там 250, а здесь 300 вольт. Да. Ну и осталось проверить их, работают они или нет. Сейчас возьму тестер. У меня хоть есть и мой новый тестер, ну такой большой, а именно вот этот, но я, там провода длинные закручены, пока их раскрутишь, плюс колпачки еще пока снимешь, проще этот взять, он как-то так лежит всегда под рукой, а тут такой более аккуратненький, так я к нему... Более аккуратнее так отношусь. Так, это получается у нас вставляем один внутрь, второй. Внутри надо и дотронуться, да? Соединения нет, потому что у нас оно выключено. Да, не должно быть. Это же внутрь, да? То есть трогаем тут. Трогаем там, не работает. Включаем. Трогаем внутри. Пищит. Снаружи трогаем, не пищит. Но если достать его отсюда и приложить снаружи, здесь приложить снаружи, одновременно два провода снаружи, только один с этой стороны, приложить, а этот с той стороны. Ну... Пищи, значит, работает. А если выключить? Не понял. А, то есть оно только тупо одну линию размыкает?
Да. Это и здесь так. Ну-ка. То есть оно всегда только... То сейчас он выключен. И типа, если дотронуться снаружи, здесь и снаружи здесь, то оно будет пищать. Да. Получается, он только размыкает вот именно внутрь. То есть если вставить сюда, пищать не будет. Но если нажать кнопку, то есть оно разрывает именно внутренний, типа, внутренний контакт. То есть не все сразу. О как, я думал, все сразу разрывает. Она чисто одну какую-то обрывает, и вторая, а вторая все равно остается включенной. Так, а здесь это получается внутрь. Один внутрь. Кстати, сюда еще так тяжело вставляется внутрь. А в ту, которой я уже пользовался, легко вставляется. Так, нажимаем кнопку. Работает. А внутрь теперь проверить. Вернее, внешний. Внутри мы проверили. Должно пищать при обоих положениях кнопки. Если нажать, то тоже пищит. Короче, она обрывает всегда только одну линию, то есть. Но при этом, ну, как бы, прибор гаснет. Ну, то есть, когда я здесь нажимаю, светильник загорается. Когда здесь нажимаю, гаснет. Ну, потому что на светильник должен уже прийти плюс и минус. А так получается, я не помню, внутри там, по-моему, плюс не приходит. Или наоборот, минус. Не помню, честно говоря. Ну, в общем, одно что-то не приходит, и оно уже не загорается. Вот, так что такие вот штуки. Обе работают. Вот, такие две штуки заказал. Как-то так. Даже можно их соединить. Вот. Кстати, после таких соединений сразу не тяжело соединяется. Пару раз соединяешь, оно трохи раздавится внутри контакта, и уже будет легко соединяться. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.